What's up, guys? На связи Хикан, и это новая часть влога, вторая часть. Сейчас мы опять находимся на нашей даче. Сейчас надо акуму откинуть. Короче, и разобрать приборку. Потому что сейчас это все стоит, короче, новая приборка, четенькая. Нету тахометра, не работают лампочки. Не, вот эти работают, короче. Ключа тут нету. Короче, работает вот этот чех и АБС. Они почему-то работают. Может быть, полярность не та, я хрен его знает. Датчик топлива не работает. Датчик температуры работает. Тахометр мы, короче, сейчас кинем. Что еще рассказать, что это произошло за эту неделю, в общем-то. С того момента, как вышел прошлый видос, мы работали на износ просто. Точнее, мой отец работал. Ой, сколько он всего сделал, вы бы знали просто. Он каждый день уходил за хлебом, а? Хотелось бы сказать. Нет, не хотелось бы. Он каждый день уходил, короче, в машину, во двор, и делал приборку. Смотрел полярности, пропикивал все вот этой шляпой, вот этим датчиком. Короче, и вот как-то так. Все, гайз, сейчас будем разбирать. Опять разбирать. Как мне не хочется опять это все делать. Опа. Ну, придется. Погнали. Кстати, гайз, сейчас по поводу еще кое-чего хочу сказать. По поводу вот этих часов. У меня их нету. Они, точнее, сломаны, разбиты, где-то валяются. В гараже, по-моему. Ну, в общем-то, надо найти сейчас часы, у кого они есть. Пишите, просто они сейчас стоят дофига. 3000 рублей, 2000 рублей. У кого есть такие часы, просто хотя бы, как скажем, хотя бы сама вот эта стекляшка, то пишите мне. Вот так вот они выглядят. Подождите, опа. Вот так они выглядят, короче, как-то. Без всяких изгибов и всего этого. Пишите по адекватной цене, 1000 рублей, возможно, куплю. Короче, гайз, вот такой провод. Он хотел кидать на тахометр, батя сейчас принес. Я сказал, нет, он слишком выделяется. Ну что это такое? Синий провод. Смотрите, синий провод, да? Что вы здесь видите, яркого? Вот это наклейка, вот это наклейка. И аккумулятор, все. Типа, совсем выделяется будет. Короче, как я понимаю, так, вот. Либо вот это, либо вот эти две. Это, короче, тахометр, который надо... Подключить. Скажите, куда подключать тахометр? Тахометр подключается вот этот диагностический разъем. Написано диагностика. И вот штекерочек. IG минус вот. Да. Ну, я, в принципе, то же самое сказал. Куда? Куда? Сюда? Да. Вот я в принципе, то же самое сказал. Ну, тоже, как бы, провод не отличается цветом. Ну, ладно, будем кидать, посмотрим, что вообще получится.
А как его туда? Тоже? О, оттуда. Оттуда. Да туда. Так, сейчас, подожди. Да, да, да. Здорово. А? Опа, гости. Так, все, короче, вытянули провод. Сейчас будем подключать к тахометру его самого. Короче, откручиваем. Что это у нас? Болтик, гаечка. Фиг его знает. Да, давай. Короче, и прикручиваем просто его. Присираем к самому болтику. И он должен... Здесь тоже вот написано IG-. Да. Просто отец прозванивал все это сейчас. Ну, не сейчас. Как я рассказывал, каждый день ходил. Как этот... Вольный пес, да, сюда ходил. Как на работу. Да, как на работу каждый вечер. Приходил, пропикивал все. Ну, давайте плюсанем отцу в комментариях. Скажем, что вообще четкий мужик. В общем-то, все пропикал, все поменял, все где что надо. Вообще, в принципе, все хорошо. Только там еще проблемки есть. Это ладно. Так, что, а кому подкинуть надо? Да. Ну, давай. А, короче. Друзья рядом, душа кайфует. Ну вот, короче, у нас опять проблемы. Опять много чего непредвиденного. Мы продолжаем продолжать. Да, начинаем продолжать, что мы начали еще неделю назад. Это ад продолжается неделю. Качество эти не работают, все чек горит только. АБС, короче, перестало гореть. Батя поменял фишки. О, тахометр газу. Тахометр заработал. Тахометр заработал. 5 FE power. А ну-ка, подожди, тут вообще песня. Нажми-ка, дай просраться. Вай, мага, что за аппарат? Короче, осталась проблема. Check engine и датчик бензина. Больше, в принципе, проблем особо нету. Вот это стиль, пацаны. Конечно, блин, сейчас бы так вот сделать как-нибудь. Завидую мою руку, нет? Короче, это вообще сок песня. Так, давай. Опа. Фух, наконец... Слушайте, я думал на самом деле, что тахометр у нас не будет опять работать. А я же говорил тебе еще в начале, что все оно заработает. Блин, пацаны, я думал опять сейчас какой-то производственный ад начался, по типу опять еженедельный просто вот этой вот мутызгания проводов. Это просто вообще... Тахометр работает, пацаны, 5 FE power. Короче, гайз, ставим сейчас все обратно, тахометр работает. Мы сейчас, короче, пытались исправить чек, все другие ошибки, включить бензобак. Бензобак работает? Бензобак работает, да. Короче, сделали мы его. В общем-то, в чем прикол? Мы, короче, потеряли провод D6, который должен отвечать за тахометр и за это, за датчик чека. И в итоге мы его потеряли, искали еще полчаса, короче. Тахометр не работал, нашли. Короче, решили на этом остановиться, потому что уже темнеет, уже все. Вот сам мозг не варит, в принципе. Ставим все обратно. И, в принципе, катим домой. Встретимся в следующем дне. Все, зеркало чисто, все. Пошла машина. Выезжаем на проезжую часть, выпрямляем руль. Все, по своей полосе. Нейтралку еще раз нажал, блядь, третью пошел. Пятую пошел, вперед, мотор тебя не сорвали.
Пошли на подъем, как перейти с повышенной на пониженную. Затягивается двигатель. Нейтралку, газону. Опять нажал четвертый. Только быстро надо переключаться. На четвертый опять не тянет. Опять надо переключаться очень быстро. Нейтралку, газону. На третий не вытягивай, носил груженый охуен. Не сразу. Сейчас нормально вообще.